А сейчас, друзья, давайте приготовим вкуснейший перечный соус. Сегодня этот соус приготовлю не классически. Я туда буду добавлять грибы. Вот лесные сушеные грибы. Ориентировочно 30 грамм. Первым делом мы должны их залить крутым кипятком. Для того, чтобы они стали мягче. Много не надо, этого достаточно. И все, что нам не нужно, опустилось вниз. Закрываем крышечкой в сторонку на ближайшие 10-15 минут. Многие готовят такие сушеные грибы и заливают их кипятком на 2-3 часа. Ребята, ни в коем случае этого делать не нужно. Они полностью у вас практически сварятся в этом кипятке, отдадут весь вкус и аромат. 10-15 минут вполне достаточно, если тем более вы еще собираетесь продолжать термическую обработку. Следующий момент. Греем сотейник. Вот главный ингредиент и главный вкус. Это перцы. 4 разновидности перцев. Белый, красный, черный, зеленый. Опускаем сотейник горячий. Хорошенько прогреваем. Прогревайте до того момента, как вы почувствуете запах перца. Хорошо выразительный запах перца. Затем нам понадобится с вами крепкий алкоголь. Это может быть виски, это может быть бренди, коньяк. В твоем случае? Это виски, ирландские виски, мой любимый. Затем нам понадобится с вами хороший портвейн крепленый. Это может быть Мадейра, у меня Мадейра. Можете использовать хорошее красное вино. Запах пошел. У меня здесь 3 полных столовых ложки. Мадейра 80 мл, 80 грамм. Стопочка. Крепкий алкоголь. Тоже такая же стопочка. Направляем. Все это дело увариваем. Вау! Да, это называется фламбирование. Сейчас испаряется крепкий спирт и остается только вкус. Следующий очень важный ингредиент – соус жю. Если вы не смотрели наше видео, как мы его делаем, пожалуйста, посмотрите. Это основа основ всех ваших будущих соусов. Кстати, по поводу фламбирования. Ребята, не нужно делать этих трюков. Я профессиональный повар, поэтому я все это умею делать. В вашем случае, потренируйтесь на маленьких порциях. Никого не пугайте. Или не делайте вовсе, да. В среднем 150-170 мл. Почти полный стакан. Так. Я перенервничаю. Я в этом все это вам показываю для того, чтобы вы видели, как это должно было бы быть в классике, да. Ну, конечно, не обязательно это все повторять. Так, хорошо, все это мы дело с вами увариваем. Солим в последний момент. Наши грибочки. Какой запах, боже мой. А жидкость какая вкусная должна быть? Да, жидкость можно использовать также, но ее надо профильтровать, потому что там песок. Этот соус, это просто фантастика, ребята, просто фантастика. Обязательно найдите все ингредиенты, сделайте жю и повторите. Так. Ну вот, видите, вот он, песок. Конечно, я уже не буду вылавливать все остальное. Иначе соус будет скрипеть на зубах. Сейчас я уберу с огня, так, чтобы немножко приспокоился огонь. И добавляем сливки, жирные сливки, не менее 33%. Ну, посмотрели, ребята. Вот, видите, как оно уварилось. Однородная структура, очень нежный. Невероятный аромат. Сейчас я попробую. Чуть-чуть соли, чуть-чуть. Ну, давай я тебе дам попробовать. Мне? Да. Я уже подум. Давай. Ну, что скажешь? Я его обожаю, он очень вкусный. Очень вкусный. Многогранный. Как музыка. Знаешь, такой большой-большой аккорд из большого количества нот. Ой. Да, красота. Ребята, если вы приготовите такой соус своим гостям, они просто языки проглотят. Да. А если попробуете сами один раз, будете делать его вечно. Вечно. Это лучший соус для стейков. Лучший. Ну, друзья, как вам? Пришли бы вы ко мне в ресторан? Давайте пробовать.
С этими овощами грилованными, с помидоркой, это просто песня, ребятки. Просто песня. Просто песня. Соусик. Грибочки. Грибочки. Мы его потеряли. Ребята, безжалостно вкусно.